боссов и БСДЦ можно справиться. Там возле камня стоит суммонит. Прыгайте, Бенс, мы сюда присуммоним, на слоп здесь есть. Сам прыгай, Бенчик. В тот раз кто-то прыгнул и сдох. А там и есть прикол, ну. Всем привет. Здорово. Что там, РТ уже началось? Да, заходи здесь. Да, заходи, Розелина. Кому плюс хватил уже в игре? Дракал. Еще раз, кому? Трешак. Че, бьем или сдыхаем? Ну пианист, тут вину пианиста. Все, отогрелся, осторожно. Блядь, диван талит. Чё, пробегаете? Пианист тут? Да, здесь. Я пойду поужинаю, я просто еще не поужинал. Не теряйте меня. Да быстрее, все бегут. Ну да. Сколько? Ну, сейчас 16 минут, но я думаю, в половину плюс-минус буду. Давай быстрее. Угу. Селедка быстрее доплывет, так походу. Вообще нормально рассекает. Че, смойте все, я пока курю. Ай, пешка. Прыгай, Денчик, они исчезнут. Далеко там не забудьте шаманы. Пускай думает, что я специально это. Когда он вредит, других я страшно не беру.
Денек дома. Зара здесь? Зара в Дискорде или? Зара, ты вред. Фанзара, слышишь? Да, вижу. Ты вред. Фанзара, я запомнил этот день. Хорошо. Чтобы потом не говорил, что я в ретрике на РТ не хожу. Да все равно это спекность. Два шамана АФК, остальные здесь. Час. Иду. А мне в ретрике или в танке? В танке. Вот здесь. Угу. Поднимайтесь наверх этих больших мобов, пока вольни. Так, это как на следующего босса идти. Там как раз пока Мозер. Кирс. Подойдут. Пошли наверх, на трубу. А Мозер на ханте будет? Чему напрести? А, я не туда пошел, что ли? Ё-моё, сейчас. Подождите. Ох, кстати, хорошая идея. Может, его на ханта? Давай его на ханта. Надо было агрить. А куда все убежали? Ну, сверху больше. Давай этих показывать. Какой шаг вот. Мозер пойдет к ханта. Мы так подумали, там хантов добавилось вечернее, или пускай он ханта. Че, давай еще вон ту пачку ебанем. Пока эти придут большие. Сверху идет сзади, да, по этой, как она, по спирали. Подарец меня еще одного и пойдет. Давай. Сейчас смотрите, готовьтесь раньше, потому что тут, кстати, идет, давай, отойду туда, откуда мы пришли. Смотрите, какой там нормальный. Плохой. Нет. Плохой, раньше словили. Милики назад, там, хилы сюда, танка. Эту жрицу добейте. Кто тут милики может аккуратно убить? Кто он не бьет? Шанс. По-моему, мы вчера проходку делали. И сзади идет моб, передвигайтесь, куда мы пришли, кто там стоит. Значит, и пончик беги. Убегайте оттуда. Лёх, короче, это шаман вышел из рейда и вышел из... Тут кто стоит, добивайте эту жрицу. Какой шаман? Которому вчера проходку делали. Чего? Осторожно, второго не сагрил. Сагрился. Сагрился. Сейчас все заберу.
А, я знаю, почему он вышел. Все, он писал в клем. Стал. Там сейчас так где-то, блядь. Подошел. Наверное, у меня, блядь, один босс. Целкабочки не закрыл. Один хил какой-то войда, подойдите, похильте. И того добивайте, дети, комба. Великие этого можете быть, кстати. Маленький трэш не согреть, где сползали наверх, он идет. Сейчас я буду. У того моба 50%. Великий сейчас уже быстрее заберет. Речи шаманом не хочешь? Завеску. А там мне все равно ничего не светит. Хилов же и так вроде как много. Возьмите раньше. Ну, если уж так срочно надо, зайду. Че, на скрыть не идем обратно? То, что дальше пошли трэш. Два раза будет лок хан. Время терять. Пошли. Поднимите Фарадея. Не знаю, Мозер, смотри сам. Хочешь? Без разницы. Если есть, то тебе БЛВшка или воронка говорить.
пошли. Лузер все-таки на кресте? Да. Что еще раз? У Анхила тоже что-то не убито, или он вечерний рейд? Вечерний. Нерфить надо. Надо. Потом будете плакать, что агро рвет. Наоборот, должны радоваться, что у танка хорошая агро. Ага, они жалуются. ДПС это нет и большой. Все равно. А, агро хороший. Ничего, ДК тоже апнули. Двоющий мутик? Ага. Ну они надели, что у них АОЕ агро нет. Чтобы воющий ветер, надо силарон. Вместо старта не могут так агронать. Там мишки походу хорошо, и баллы будут набирать. Бейте все. Там был Ешка. Thank you.
там пухан. И вообще не летишь. Ты его сират. Стол дайте, дайте стол. У вас что, пул, да, уже? Нет, трэш. Ну я Симона жду, я все здесь. Вон, парадный стол. Угу. Мак, дай стол. Кто-то жигу зажигает. Кстати, последний. Есть. Погнали рыбу. Рыбу? Или нет? Потому что на обратном пути бы лучше убить.
когда гидрос упадет. Это просто, чтобы по времени трэш не резал. Хотя, в принципе, время не так далеко. Я ДПСник остановил. Так сразу шкаф ставьте. Че, блин, ДПС за приход? Рыбу поставил. Оставайся в танке, Кават. Проверку на бафу. Я на трэше? Да. Женёк, Мозер, Розелина пока тут хватает. Враск. Здорово всем. Здорово. Все готовы, можете. Переодинок. Вдох, воду. Еще где-то в этом. Ты открыл. Три.
Че по боссу? Это дышит слева сеть. Босса добивать. У нас ли це в ТД или в ретрике? Ой, или в танке. Ну да, можешь. Угу. Пал в щель. Просто корова такая в щель упала.
Так, в принципе, никто не дох, бафы. Не, подожди, иммунитет. Так, еще провокатора присумайте до банка и обратно, который заслакал. Теперь у нас четвертый топовый танк есть. Поставьте. Доброе утро. Дайте шкаф. Здорово. А чё, я в танке? Там корова с ним на месте бежит. Ну, честно, честно. Здрасте. Тебе на этом бусе. Кем хочешь. А ИП как? Сам, в самом конце будет? За боссов и за приход или как-то отдельно? Я все потом дам сразу. Сумоните. Сумоним. Тыкать. Все, по готовности погнали. Там зарез Таршана. Если что, напиши, что где мы попали. Этих взял. Вера не было, кстати, веру дать. Демон.
15. Видишь. Где эти наплечники были в мейн составе? И не говори. Чё, на Хантама Агалока никому не надо перчик? Уже КД-3, наверное. Реловность, ладно. Ну, это что-то вообще тут пугать. Херовый. Рейндж. Заразный. Башка на ханта надо как? Пора дает шанс. Бруно, ты иди подальше.